Итак, ну вот только что мы проехали уже на Hyundai Santa Fe 2019 модельного года. Ну, впереди реально комфортно, особенно в максимальной комплектации. Здесь реально очень удобно сидеть, и сиденья мне очень понравились. Вот такая вот интересная форма сидений, что само по себе... Такой делать небольшой массаж спине, ну, не знаю, по ощущениям очень прикольно. Вот сзади, сзади сиденье, ну, это конкретно только вот с верхней части. Сама форма сидений довольно-таки удобная, в особенности я хочу сказать то, что здесь даже, несмотря на то, что я вот ездил на Туареге, и сидел сзади на Туареге не так комфортно сидеть вот именно сзади, потому что я не знаю, почему так, но конкретно здесь уровень наклона спинок, вот то есть реально сделано очень удобно. То, что панорамная крыша, да, вот если ты можешь показать сейчас, это очень крутое решение. Здесь вот сейчас мы сидим и, блин, создается такая интересная атмосфера в салоне, как и везде, там есть панорамная крыша. Что еще интересного? Ну, есть вот небольшой у нас такой бардачок для мелочевки, короче, разных вещей. Есть тут у нас, что прикольно появилось тоже в Туареге, здесь есть розетка. Здесь есть розетка. Здесь есть для USB-шки зарядки. Розетка здесь на 220 вольт. Это реально круто. Это реально прикольно. Знаете, в чем отличие от старой версии, которая вот у нас там стоит, рестайлинговая модель? Сейчас покажу. Вот здесь у нас дефлекторы воздуха находятся только посередине, хотя еще в прошлой модели они находились у нас на боковой стойке. Ну и, скажем так, мне кажется, что при таких поездках, когда в машине реально жарко, когда включается климат-контроль, удобнее было бы все-таки, если бы они оставили здесь вот именно дефлекторы воздуха, было бы реально круто. По части того, что здесь сидит, я не знаю, тут у них регулируются спинки или нет по наклону, но если так вот сесть, то вот все, это капец, как реально удобно. Даже отвечаю, сзади в Туареге не так было удобно сидеть. Вот здесь вот как-то машину, молодцы корейцы, реально вот сделали очень круто. То, что впереди, я вообще молчу, впереди реально очень удобно сидеть. А сзади очень классно. Ну, по части багажника здесь тоже довольно-таки просторный багажник. Есть такой интересный коврик, но это, скорее всего, максимальная комплектация за доплату. Плюс еще здесь, что интересно, у нас вот находится шторка багажника. Здесь инструменты для того, чтобы менять колесо. А сама запаска находится у нас под низом. Здесь у нас также идет, скорее всего, я думаю, сабвуфер. Вот. А еще здесь, да, дополнительные динамики вот стоят, наверное, для того, чтобы сделать объемный звук в салоне. Еще здесь, опять же, есть у нас складывание сидений. Вот. Раз. И два. То есть у нас получается практически ровный пол. Ну, не совсем ровный, но, конечно, почти ровный. Плюс здесь есть у нас небольшая ниша для каких-то поклажек. И есть у нас розетка на 12 вольт. Вот. То есть такое, здесь еще какая-то штука, но не знаю, это, наверное, какая-то заглушка. А, нет, это для крепления сетки. Это для крепления сетки, вот у нас есть для крепления, вот. Покажу, вот у нас такая рацушка есть. Для крепления сеточек. Как бы реально прикольно. Ну, а сиденье, наверное, поднимается уже вручную, механически. Вот. Таким образом. Багажник максимально комплектации закрывается с кнопочки. Мы так делаем раз. И она такая говорит нам пик-пик и типа закрывается. Короче, все-таки регулировка уровня наклона сиденья здесь есть. Вот она у нас здесь находится. И вот можешь показать нам, пожалуйста, разницу между тем, вот как в начальном положении стоит сидушка. Ну так, естественно, никто ездить не будет. Это для того, чтобы было больше места для багажника. Ну и вот так вот выглядит оно в максимально опущенном положении. То есть это реально очень удобно. Как будто бы, не знаю, ну не в Майбах, естественно, вы будете ехать, но, как я уже сказал, там сзади довольно-таки комфортно. По поводу дверных ручек, мне нравится то, что они такие, ну, сделаны такой крутой формы, то есть она очень удобная. Плюс дверь здесь такая, вроде как бы и тяжелая, но вроде как бы и легкая. Если рассказывать о внутренностях автомобиля, о внутреннем мире автомобиля, здесь прикол в том, что вот максимальная комплектация, панель обделана якобы кожей, но это, кстати, есть кожа. Это обделано кожей. И это реально круто. Вот. Да, еще далее посмотрим. Вот у нас есть, опять же продолжается тема вот таких вот всяких объемных штук. Видите, у нас динамики такие вот такие объемные, да, получается. Сделаны в такой форме. И еще вот здесь вот у нас покажу вот коврик у нас. Видишь тоже, да? У нас вот коврик получается такой какой-то объемный, тут такой интересный, такой тоже формы. Климат-контроль здесь двухзонный. Регулировки всяческие. У нас тут есть в 8 направлениях. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8.
8 положениях можете изменять на полном сидении. Что по поводу того, как здесь организовано. Ну, здесь у нас, кстати, один из плюсов, то, что солнцезащитные козырьки, они сделаны, вы можете попробовать сам, да, попробую, они сделаны из какой-то ткани, то есть они обшиты, это не просто какой-то дешевый пластик, а реально, когда берешь, реально приятно брать. Ну, зеркало, единственное, что оно без подсветки. А, прошу прощения, я дебил, все бывает. Вот есть подсветка для зеркала у нас. Кстати, реально прикольно. Я считаю, что удобнее, когда ты сам включаешь себе подсветку, нежели когда ты открываешь шторку, она включается, и когда закрываешь, она выключается. Это не совсем удобно. Удобнее самому включать, мне кажется. Плюс различные регулировки на потолке, у нас панорамка, вот свет включается. Свет интересный, такой лунного цвета, такой мунлайт какой-то. Можно отдельно включить свет, вот так вот, раз, два. И плюс при открытых дверях. Присутствует у нас тут навигация. Ну, вот сиденье реально спереди очень комфортно. Здесь и так сесть, и так лучше. Все, удивился, какой класс. Там реально круто. По поводу бардачка. Бардачок у нас тут с подсветкой. Тут у нас даже есть... Это видеорегистратор. Нет, это какая-то фигня, не знаю, что это. Это что-то не от нас. Это что-то, наверное, тут местное. Ну, короче, бардачок такой. Средних размеров, но давайте не будем забывать, что здесь у нас еще есть небольшая полочка для поклажи здесь. Еще что мне очень нравится, это вот двойной такой уровень, скажем так, у нас вот этот подъемчик идет, здесь такая ступенька, да? Идет такая ступенька, здесь у нас такой, как бы наоборот, снижение. Очень красиво это выглядит, мне кажется, торпеда. Торпеда вообще очень круто. Кстати, еще покажу сюда. Здесь спереди у нас тоже есть розетки 12-вольтовые, вот, 12 вольт. Плюс есть у нас тут на USB-шку, на AUX. И еще какая-то, скорее всего, это для беспроводной зарядки, мне кажется, тут подключение идет. Возможно, я не знаю точно. Вот, ну и тут у нас кнопка аварийки. Что по поводу удобства сидения за рулем, как и на правом сиденье, здесь реально очень крутая вот компоновка, то есть то, что ты сел, устроился, вот раз, нагнулся. Два, чуть поднялся, пониже опустился, как удобно. Руль здесь, сам руль классный. Вообще, реально, вот в движении его почувствовать, он наливается с разным усилием. Он может становиться более легким или, наоборот, тяжелее. В зависимости от того, на какой скорости вы едете. Ну, вот у нас здесь тут переключаются разные режимы фар. Вот раз мы включили, выключили. Красиво, кстати, здесь подсветка, мне нравится. Вот, опять же, это вся фирменная хендаевская. Такой вот цвет, только более нежный. Раньше он был такой ярко-синий, сейчас они сделали его немножечко более нежным. И это реально выглядит круче, конечно. Вот здесь у нас вот есть, да, такое место для ночевки. Вот есть у нас тут еще бокс такой удобный. Наверное, вот можно убирать, и он будет чуть глубже становиться сам по себе. Вот здесь у нас есть, да, тоже подстаканники. Место для отсек для беспроводной зарядки телефона там. И здесь у нас вот режимы управления, например, это у нас выбор режима движения, это у нас выключение парктроников, это у нас автоматическая парковка. Кстати, машина может сама парковаться. Почему-то мне об этом не рассказали. Вот здесь это управление камерой, наверное, разными камерами, и передней, и задней. Здесь у нас система автохолд, это система автоматического удержания автомобиля, если нажали на тормоз, чтобы она не откатывалась назад. И вот здесь у нас вот есть тоже ограничение по скорости при спуске. Вот, что довольно-таки прикольно. На руле, естественно, у нас разные тут управления мультимедией и бортовым компьютером. Вот здесь у нас круиз-контроль регулируется. Тут у нас режим бортового компьютера. По поводу музыки, я не знаю, какая здесь, какая-то система стоит. Что он сказал? А, здесь система Крел. Еще отделка мне нравится. Вот у нас отделка такая идет под лакированное дерево. То есть типа такая отделка лаком. Вот, очень интересно. Запоминание сидений у нас есть, настроек, естественно, положение. По части всего машина стала намного лучше по сравнению с прошлым поколением. Вот у нас есть там сейчас дорестальниковая модель. Мы сейчас посмотрим еще снаружи, как это выглядит. Как выглядит дорестальниковая модель. И обязательно их сравним. Вот сейчас вы можете сравнить экстерьер обновленной машины, новой модели, и старого, прошлого поколения, рестайлинговая версия, которая вышла в 2015 году. То есть, если посмотреть, во-первых, решетка стала намного интереснее, да? То есть, тут она у нас такая вот ячеистая идет, как будто бы, как
какие-то соты такие, да, соты. Пчелиное гнездо. Здесь же она обычная, ну, для того времени она смотрелась неплохо. Во-вторых, то, что фары перекочевали на нижнее место, такое на среднее, да, а сверху, наоборот, остались у нас дневные ходовые огни новой модели. Здесь же, наоборот, дневные огни у нас находятся на нижней зоне, а сверху находятся фары. То есть, конкретно по стилистике новой, мне вот больше реально нравится новая модель. Кстати, если говорить конкретно о старой модели, ну, то есть, старая модель, мы на ней тоже катались на максимальной комплектации, вот, и она реально внутри удобна, то есть, и эта модель тоже очень хорошо проработана. И сейчас задание у корейской компании Hyundai было такое, чтобы при переходе на новое поколение не испортить модель Hyundai Santa Fe, потому что, скажем так, эта машина считается флагманом марки, поэтому им нужно было как бы держать какую-то свою линию уже заданную, какую-то планку. И они с этим справились, они реально сделали машину лучше. Я не знаю, каким образом, но они сохранили комфорт в салоне, даже сделали его еще лучше. Что по части старого автомобиля, старого поколения, то руль здесь намного тоньше. Ну, по крайней мере, по ощущению. То есть я как бы не замерял, естественно, но там руль ощущался таким более толстым. То есть его как бы берешь, он чуть такой поудобнее. Здесь тоже руль, конечно, удобный, но как бы для своего поколения машина хорошо укомплектована. Это, напомню вам, 2015 год. Ну, данная машина это 2017 год. Но вообще, как бы, модернизация произошла в 2015 году. Ну, во-первых, здесь особо мы не сравним, потому что это стоит у нас минимальная комплектация на механике, как вы видите, да, здесь особо, конечно, нет такого чего-то интересного. Но весь прикол в том, что даже там торпеда выглядит намного лучше. Но если вы можете видеть, да, там, то есть есть какие-то нечто схожие элементы, это то, что, опять же, там была такая тоже ступенчатая. Но знаете, что мне не нравится в данной модели? Во-первых, мне не нравится то, что вот это мне не нравится. Оно слишком большим выглядит, реально, как по мне. То есть вот эта вот центральная часть, она реально очень перегружена. То есть в новой модели им удалось этого избежать. Но зато здесь, какая есть интересная часть, то, что у нас тут очень большое пространство именно для того, чтобы что-нибудь положить. Вот у нас тут, вот здесь, видите, рука туда аж так глубоко ушла у меня. Вот здесь вот можно положить телефон. Тут есть AUX USB, 12-вольтовые две розетки. То есть всякое такое прикольное. Но зато здесь нет беспроводной зарядки телефона. По поводу динамиков тоже посмотрите. Там у нас была такая рельефный такой динамик у нас был. Здесь уже обычный, поэтому это тоже выглядит не так интересно. Подсветка здесь светло-синяя. Вот, можно регулировать. Даже здесь она, наверное, поярче будет, чем там, потому что вот если ты сейчас покажешь нам сюда, то видите, то есть как бы она такая более ярко-синяя. На новом поколении она все-таки такая какая-то молочная, больше приближенная к какому-то лунному свету. Здесь она чуточку вроде как темнее, ну, или мне так кажется, по крайней мере. Ну, я хотела еще добавить то, что в старом поколении здесь подсветка есть красная. Там тоже есть. Поэтому это чуть-чуть прокольчик твой. Где он открывается? А, вот, я понял. Вот. Ну, он здесь, мне кажется, будет чуть поменьше. Ну да, по ощущениям, по крайней мере, багажник здесь кажется чуть поменьше, чем на новой модели. Не знаю, как в реальности, я не помню объемы. Но здесь точно такая же компоновка, то есть у нас идет опять же тут инструмент, здесь небольшая покладка, вон. Здесь небольшая ниша для разных вещей, скажем так. Кстати, очень удобно. Какой-то пакет. Не знаю, пакет с бомбой, короче. Вот, по части того, что, опять же, шторка у нас здесь присутствует. Ну, здесь еще, кстати, вот, есть подпольное пространство. Не знаю, на той модели такого, ух ты ж, ничего себе. Я, кстати, там этого не видел. Там, наверное, это было под ковриком на новом поколении. Я его там не заметил. Здесь, видите, еще больше. То есть, подожди, там еще вон есть. Да, тут вот в чем прикол. По секрету, эта машина реально хорошая для перевозки наркоты. Нет. Короче, спрятать здесь есть что. То есть, места реально много. Ну, это у нас простая комплектация, поэтому багажник приходится закрывать вот так вот. Закрыл. Вот мне еще... Многие люди жалуются, знаешь, на то, что сейчас все делают электронным. Даже закрывание багажника сделали электронным. Я это слышал. В какой-то программе кто-то сказал, что вот почему нам что сложно вот так вот рукой что ли сделать. Ну, честно говоря, удобно, когда ты так нажал кнопку, но щек опустилась, чем когда тебе нажал вот так вот. Давайте теперь посмотрим на заднее сиденье.
ну, я, кстати, не знаю. А, вот все здесь есть регулировочка. Вот, вот. Вот регулировка здесь тоже у нас есть. Вот то, что я говорил, там, в новом поколении нет этих у нас обдувчиков, этих ветродувчиков. Здесь у нас, а здесь у нас нет центральных. То есть в новом поколении появились центральные, а боковых, наоборот, нет. Это такое отличие. Но мне кажется, что боковые как бы поинтереснее смотрятся. Ну, не знаю, это мое мнение. По крайней мере, в жаркую погоду мы, когда ездили на старом поколении в максимальной комплектации, то есть, то эти обдувчики так неплохо спасали, когда климат-контроль работал. По поводу посадки, если бы здесь было кожаное сиденье, то было бы чуть поудобнее, потому что сейчас, вот, обратите внимание, здесь у нас, ну, тряпичное у нас сиденье, и причем ткань не самая лучшая, ну, то есть, как бы она такая обычная, не самая удобная. Вот, поэтому, конечно же, не совсем прикольно. А так вообще сидеть вполне удобно. Опять же, регулировать на ком можно таким образом, вот, ай, прям прилетело так. Это капец. Эта машина пытается меня убить. Я не знал, что она так резко. Я думал, что она остановится. Честное слово. Здесь у нас есть, короче, подлокотник тоже. Кстати, в прошлой модели я забыл его показать. Вернее, в новом поколении. Подлокотник такой обычненький себе, ничем не напить. А, нет, стоп, подождите, я что-то туплю. Ух ты ж, ничего себе, тут есть, короче, подстаканчики даже. Нормально, да? Сюда вот так вот можно... А, блин, я не взял бутылку, ну ладно. Можно поставить бутылку, но думаю, что полторашка сюда вряд ли войдет. Ну, литруху можно поставить. В Макдональдс заедешь, кофе себе купишь, точно войдет. Я ж за рулем буду, я ж... Это же не то, что машину, что меня возить должны. Не, ну когда станешь популярным, может, будешь тебя возить. Я не буду на такой машине ездить, особенно в такой комплектации. Все здесь, конечно, неплохо, но мне не нравятся тряпичные сиденья, потому что они вот реально неудобные. Ну как, не, ну сидеть, в принципе, можно, но все-таки удобнее. Почему удобнее на тех? Потому что там углубление чуть побольше. Здесь углубление, вот видишь, оно не совсем большое. Вот, да, у нас есть вот какая-то подпорка боковая. Но само углубление не такое большое, поэтому там сидеть, конечно, лучше. Намного раз лучше. Давай сейчас пойдем покажем подлокотник на новом поколении. Вот о чем я говорю. Видишь, что сиденье чуточку более утопленное. Кстати, все-таки, наверное, здесь наклон чуть больше изменяется, потому что там, когда мы выходили, вот там сиденье чуточку выпирало вот так вот, а здесь оно заходит уже до линии с боковой стойкой. Итак, сейчас покажу. Ой, блин, пока залезешь в эту колымагу. Сейчас я. Ну, здесь простенький такой у нас подлокотник, получается. Здесь есть фиксированные уже подстаканчики, они не регулируются никак, обычные. Мне как-то больше тебе понравились. Ну, мне здесь нравится конкретно, во-первых, цвет кожи, потому что он браун. Ну, естественно, это заказывается за дополнительную плату. Но мне кажется, что если эту машину брать, то только в максимальной комплектации, потому что в бедной комплектации она будет не такой прикольной. Скорее всего, надо вообще любую машину брать в максималке. Наверное, так. Да? Что ж, мне как бы больше нечего сказать. Можешь ты полазить, я тебе пофоткаю. Или пофоткаю. О, кстати, я тебе могу пофоткать. Да. Ну, Макс, если типа вот сравнивать заднюю часть старого поколения и нового поколения, что тебе больше нравится? Ну, вообще, давай посмотри сейчас пока на старое поколение, посмотри. Ну, вот, да, запомнил, да? Запомнил, да. Теперь к новому поколению. Посмотрим теперь на новое поколение. Нравится ли тебе здесь? Не, ну что говорить про новое поколение, там вот эти вот средние фары, или что это? Это не фары, это поворотники здесь снизу, но и... Они будут покрасивее, мне кажется. Как? Они будут покрасивее. Так покрасивее? Да. То есть тебе нравится задняя часть какая? Больше этой машины или ну, той? Конечно же, это. Ну, и здесь, этой. Конечно, добавляется вот этот вот. Там оно тоже есть, но здесь добавляется вот это добавляется. Ну да, мне кажется, это можно просто купить такую штучку и приклеить себе. Самое главное Hyundai. Да, здесь это самое главное Hyundai. Кстати, ты знаешь, что это значит значок? Это там договор какой-то был, туда они типа... Они, да, это два человека пожимают руки. Это не кто-то договор был, это просто показывает то, что компания, типа, ну давай, типа, вот так вот, типа, давай, типа, вот так вот. Да, ну не, типа, вот так вот, со своей стороны возьмись, вот моя сторона, вот твоя сторона, все, давай, вот так вот. Да давай пожмем теперь руку, вот так вот, все, вот так вот. Вот это знак Hyundai вообще, значит. Выхлоп у нас сделан по типу, как на старой модели. Сейчас.
Сейчас мы посмотрим. Вот. Да, интересно тут, конечно, молдинги боковые. То есть прикольно сделаны у нас такое под железо. Это даже не хром, а просто... Они, кстати, реально железные. Да, реально круто. Здесь же у нас такое нет, здесь просто платье. Но я не помню, может, там в Максмаке тоже так можно было сделать, не знаю. Как тебе поездка на новом Finesse NTF? Мне понравилось. Тебе понравилось? Мне понравилось. Ну, это хорошо. Мне понравилось. А что бы ты себе взял? Вот эту вот машину или вот ту вот? Или Mazda? Нет, вот ту вот. Из этих выбирать, то, ну, тогда вот, скорее всего, новую. Новую взял бы, да? В максимальной комплектации. В максимальной комплектации. Комплектации. Ну, ты ездил на максимальной комплектации такой машины еще, не забывай. Mm-hmm. Ты да. Помнишь, да? Да. Ну, то есть, мне кажется, что это будет получше, да? Да. Да, то есть у них получилось сделать новую машину реально круче.